Разные виды елок. Начнем с таких простых. Насыпаем пятно. Убираем лишнюю часть. Звездочка. Дальше можно нарисовать ее просто насыпанием вот такой вид елки. Дальше начинаем с самого низа, ставим пальчик вот в центр, начинаем с самого низа. Елка будет расти вверх, соответственно. У нас первый слой, второй слой, третий. Все выше, выше она растет. Вот, наконец, макушка. Вот такая, например, елка. Опять же, насыпаем пятно. Сделаем елку. Просто насыпаем новое видео. В виде елки. У нас выросла такая теперь. Лишнее также убрали. Елка, в которой прорисовываются все веточки. Вот выше, выше, выше. Такая елочка на солнце. Здесь можно также накидать там слишком маленькую ножку на ветках.
Дальше. А, можно вообще сделать елку совершенно простую. Елка, которая рисуется одной линией. Рисовали. Теперь более четкие линии по длине, точнее. Еще бывает, что елки у нас ставят вверх ногами. Вот к самому потолку.